özgün. Гронч, я за вас всю работу уже сделал, я разбудил ребят. Молодец. Так. Ладно, мир вашему дому. Доброе утро. По штатным, да? По штатным. Ты же рад этому, признайся. Спящий красавец. Просыпайся. Я вот знал, что вот тут прям вот к нам обязательно зайдешь. Ну. Ты догадался, какой ты прозорливый. Давайте так. Доброе утро. Доброе утро. Рота, подъем. Доброе. Приездом. Good morning. Good morning. Тот, который держал Беку. Сергеевич. Спасибо. Посмотрим. Вот так реагируют футболисты, когда видят меня. Я Гузьмин и Мелну. Дедовщина. Йоу, Тиля! Как живой был? Как дела? С приездом. Пойдем, Рахман. Что, позавтракал уже, что ли? Что, так завтрак еще не начался, он через 3 минуты только начнется завтрак. Едете? Строго у вас тут. Что, пойдем омлета возьмем? А where is омлет? Вот здесь колбаса. Вот здесь колбаса. Так, что еще? Белок, белок. Обязательно. А пить? Пить воду. Строго воду. Я не пью всякие кока-колы, там, спрайты газированные. Да и соки тоже. А чай, кофе? Ну, это после первого покушаю. Все желательно. Пить после еды. После еды? Да, во время еды пить нельзя. Как почему? В сухомятку, что ли? Да, нужно пить в сухомятку, а потом после еды только нужно. Не знаю почему, прочитал. Ага. Ладно, приятного аппетита. Yeah.
Не, можем. Давай. Сейчас пойдем наверх. Пипин стадом. Так, ребят, минуту внимания. Защитники с полузащитниками все на поле занимались одним делом, не каждый своим. Да? Дебют тяжелый был, но потом выровняли, исправили, начали передавливать, начали навязывать свою игру. Достаточно неплохо, да, понятно, какими-то ошибками все, но в целом. То, что мы хотели именно все вместе и старались двигать на протяжении всей игры, то, что надо. Даже когда было тяжело, это очень важно. Спасибо за игру.